местный, к сожалению, потерял себе шанс в прошлом. И сегодня на наших экранах появляется Кайрат. С них начнем. Номер первый в воротах сегодня Владимир Плотников. Номер четвертый Нуралы Алип. Номер Ханов. Номер пятый Ризван Аблитаров. Номер десятый Петр Джельчик. Номер восемнадцатый Куаныш Калмуратов. Номер... И в случае победы от РАУ при равенстве очков прежде всего будет смотреться встреча пока по победе. И здесь кто-то имеет право вырваться. А это Сейдахмет. И решается пробить, но... Кому она, естественно, не придет. Еще раз Келлер попытается, и можно было по старту. Но вот в последних матчах ни один его навес практически не до... На Абикена, Абикен налево на Келлера. Ну и здесь сейчас должно получиться интересно. Жуков пробивает и открывает счет в этом. 1-0. 1-0 повел алматинский Кайрат. Ну, как-то все легко и буднично получилось, что даже после удара Жукова не было уверенности, что мяч отправляется именно в оборону от РАУ. Ну, очень неудачно, конечно, Калменов сыграл в этом моменте. Не сказать, что прям как-то сверхнадежно пробил Жуков. Нет. Удар, что говорится, корявенький. Но, однако, факт остается фактом. Георгий Жуков забивает второй мяч в этом чемпионате Кайрата. В 26 матчах опасной атаки все-таки Кайрат дальше продолжает. Пола. Но бесхитростно по центру бьет. И, конечно, Калменов не хотят этого делать. И сейчас Сейдахмет хотел сделать все сам. Эппель пробивал. Вот Сейдахмет. И пытался он сделать передачу на Эппеля. До Эппеля передача все-таки доходит. Но вовремя здесь играют, и не совсем понятно, от кого покинул. Да, там в динамике показалось, что чуть ли не... Ой, против него тот же Абдрахманов. Сейчас Мартин Эппель. Ну что же там? Эту передачу можно на Сейдахмета-то отдать. Штанга! Да. Хана проходит передача. Бауржан и... Аспанова. Исламхан, подача в штрафную, Мартин Эппель, надо СОЛИ, кто? Кто дотянется до этого мяча, все-таки покидает поле. Под удар все готовил, но тут Миканович. И не очень удачно. А, еще одна штанга сейчас. Пора же уже на 10-го номера было отдавать передачу, и он сам решает пробить, отбивает Плотников. И по результату. Здесь подача в штрафную. И отлично играет Эппель. Но Мартин... Да, и попытался, но там Келлер подскользнулся. И не удалось вовремя. И как же так? Как же? Не смог замкнуть. Подача и все. Все, замыкая в пустые, потому что... И здесь отыгрался. Почему Жуков не решился развернуть? И... Да, и Миканович на Эсолу. Эсолу удается мяч принять. И... Блестяще играет Калменов. И сейчас вот претензии партнерам предъявляет. Иркебулан Сейдахмет. Калменов. Эппель. Попадает мяч. Подача в штрафную. Принимает Эсуола. И какой удар. И Нурбалат Калменов. Второй раз попробует. И едва сейчас у Алексея Родионова. И вперед Дугалич. Но у Суола есть все шансы делать счет 2-0! Адерин Суола! 19-й мяч забивает он в чемпионате. Да, молодец, Суола. Было у него до этого парочку моментов. Попал он в штанг. Случилось. Ну а здесь блестящий заброс. Убежал и решил этот момент, несмотря на то, что Адилбек Жубаханов как мог пытался помешать ему. Но нет. Великолепное соло от Рюа. Прием. И вот здесь он уже начинает перевкидывать корпус на левую ногу, чтобы именно с правой аккуратно пробить в угол. 2-0. 2-0. Адарин Соло. Соло. 19-й мяч. Еще раз повторюсь. Он... Астанов появляется на поле. Да, и что здесь, гол? Да, невероятно. Пока крутили... Атарау отыгрывает один мяч. Увидели мы уже финал, в штрафную.
И здесь головой хорошо пробивает игрок от РАУ. Этот удар, и даже где-то показалось, что все-таки Дугалич этот мяч задел. Но в любом случае, факт остается фактом. 2. Да, несколько затягивает процесс продвижения мяча, и как же он бьет. Кто от РАУ будет смотреть на этот фактор? Расулы! Блестяще на линии играет Калми. Подача в штрафную. Кто первый? Эсуола вроде бы выиграл. И как же... Еще раз момент. Эсуола сейчас выиграет подачу, но к Родионову отправляется. И Сергеенко здесь уже пытался. Когда Кайрат дома уступил с разгромным счетом. И что там? Не залетел времени. Удается сейчас. И дальним ударом решился сейчас здесь. Тур закончен. Отгремели практически все матчи. Результаты всем известные. Впереди...